И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Чумной Доктор, Енот. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в сандбокс, мы накачали очень много классного оружия, будем его испытывать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем. Серега, очень классные есть паки, не хотел тебе показывать, да. Ну придется. Так, первый пак у нас... Хотя это не оружие, ну просто покажу, что мы скачали. Смотри, Серега, что у меня есть. А, подожди, просрала. Вот, сейчас. Смотри! Очень классный мод, мне он нравится, поэтому мы его скачали. Так, давай еще покажем. А теперь покажем классное оружие. Так, 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 растерялся, было очень много всего. Так, первое у нас оружие, это обычный шарик. Самый обыкновенный, который ничего не может плохого сделать. Но когда нажимаешь на него Е, он меняет цвета. Я надеюсь, вы догадываетесь, что в конце будет сейчас. Когда он начнет очень быстро менять цвета. Пацаны, бегите! Бу! Вот это сильно! Погнали, пацаны, давайте ставим движушку. Есть еще одно оружие. Очень секретно, его используют очень редко. Так, сейчас, 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 пацанчики. И девчонки, все будет. Мы сделаем все эпично. Так, эпицентр вы видите, где будет. Смотрите, Серега, какое есть у меня оружие. Да, смотрю. Отходите все сюда лучше. Так, это оружие называется нитроглицерин. Вы знаете, Серега, что это вообще за материал? Да, это взрывоопасное вещество. Я сейчас просто вот так кину. Постараюсь попасть, ребята, в центр. Бу! Слабенько что-то. А что на... Что-то джекпак, я думал, кто-то кинул. Так, не понял. А ну стой еще разок. А ну-ка. Во! Что-то, да, Серега, совсем, да, слабо? Хорошо. Да. А вот эта семья у меня есть. И чё? И чё это свинья? Она взрывается или нет? Нет. А чё она тут делает? Она ходит. Ну пусть бегает, будет у нас в ролике просто няшности добавлять, свинка. Так, есть вот такая еще штука, шарик. Я знаю, что это, но мы его кинем вот так вот подальше. Пацаны, смотрите, что с неба летит. Бум. Чё? Не понял. Я говорю бум. А чё она как-то взрывается, не долетая с земли? Может, надо в пустое место жахнуть, а не в голову, чтоб упало? О, ну трупы классно. Чё-то какое-то как говняное. Пацаны, бегите. Мне нравится, это очень круто. Так, давайте еще испытаем. А это что у нас такое? Так, чемодан. О, Серега, смотри, кто есть. Камикадзе. Не понял. Это камикадзе. Ах, блин, я испугался. Блин, хорошо, я понял. Камикадзе нормально валит. Так, еще. Ух ты, кишки. Воу, прикольно, части тела отлетают. Бум. А это прикольно смотрится. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик. И не забывайте подписываться на канал Димас ТВ. На канал Димас ТВ подписался. С хорошим настроением остался. Прикольно придумал. Так, давайте покажу что-нибудь посерьезней. Серега, что есть посерьезней? Хорошо, не хотел показывать. Не хотел, но придется показать. Сейчас, ребята, я вам покажу. Это очень секретное оружие. Что это такое? Извините, это не то. Так, Серега, смотри, что я сейчас покажу. Да. Так, это не то. В оружие заходим. Тут у нас есть что-то есть, я помню. Очень интересное. О, есть у нас мод Iron Man. Супермен, ой, кто это? Железочеловек. Пацаны, я приземляюсь, смотрите, что сейчас будет. Бу... А, не то. А вот сейчас будет, смотри. Бум. Чё-то кишки только разбрасываются, а ну... А если я ему на голову приземлюсь? Ты чё, голова, говорю? Не иди, стой. Бум. А чё они не умирают? Они умирают.
Их лучше в рукопашку, Димас, бить. Да такие взрывы мощные. Тут как-то еще может перелистывать оружие можно, не? Ну-ка, буква R. Разговаривает как-то прикольно. Так, давайте посмотрим, что мы еще тут скачали. Так. Я помню, какие-то еще есть оружки. О, Димас, у Iron Man на правую кнопку это лазерка. О, да? Да. Так, сейчас проверим. Димас, какие-то конченые NPC, давай нормальных поставь. Хорошо, отойдите, я сделаю все по-правильному. Есть у меня еще одна вещь, которая может почистить карту. Надеюсь, ни у кого не вылетит, а если вылетит, то ни у кого. Так, кто там хай говорит? Все, пацаны, уходите! Это метеоритный дождь, он идет случайно. Бум! Ай, по голове попал, ты чего? Какой на это шанс был? Вот это вообще сильно. Че, не всех убило? Нет. Вот это жопа вообще. Хорошо. Димас, я знаю оружие, которое всех убьет. Смотри. Давай. О, кстати, орбитальный этот лазерный удар. Помогу тебе немножко. Нормально, Серега, у тебя получается. Шикарно. Так. Все равномерно. Может, карту обнулим? Так, все, ребята. Сделал. Так. Вставь NPC. Ставлю. Сейчас мы сделаем что-нибудь грандиозное. Надеюсь, получится. Так, заходим в NTT. У меня есть идея. Ух, кстати, вот еще есть какие-то прикольные оружки. А ну, сейчас мы его проверим. А, это просто пила. Это просто доска. Класс. Так. Сейчас мы возьмем. Так, удалим. Ого! Нормально. Так, ребята, очень. Да, говори. Новое оружие, это в разделе Black Staff. Возьми, там монетка будет. Кстати, я сейчас ее буду тестировать. Просто я немножко добавлю красоты. Это нитроглицерин, пацаны, осторожно не наступить. Я проверял, даже если ты наступаешь, оно отлетает, оно взрывается. Бонни ногой чуть не наступил. Надо под ноги поставить, как будто он наступил на нее. Блин, опасно делаю, очень опасно. Ну все для ролика, что не... Калашмать! Кто взорвал нитроглицерин? Ну что ж, ребята, бывают неудачные дубли, это один из них. Но мы не расстраиваемся. Вы, пацаны, хоть живые остались, не вылетели там? Так. Серега, ну что ж, давай тогда другой сделаем. Просто монетку протестируем. Без нитроглицерин. Воу, прикольная штуковина. Она убивает, что ли, эта полоса, или что? Да, убивает. Она тебя просто в пепел превращает. Блин, классная штука. Давай ее удалим на всякий случай. Так, какой ты говорил, монетка, да, есть в оружии? Я помню, тут вверху. Да. Так, ребята. Black Staff. Это осталось на самый такой смачный кадр. Давай, короче, в ряд стрельну. Да, я так и сделал, чтобы ты выстрелил. Давай. Так, ну что, ребята, надеюсь, будет эпично и вам понравится. Стреляем. Это очень эпичный взрыв. Я хотел один ряд, оно два ряда замочило. Ого, это вы убили? Да. Это было жестко. Дайте еще разок. Бум. Вот это сила. Да, еще хочу трупейшн навальнуть. Вот, Димас, на. Так, давай еще сделаем эпично, подожди. Давай сделаем... Кто-то очистил карту. Так, давай, Серега, погнал. Так, ребята, смотрите только аккуратно. Эти шары смерти должны быть активированы вовремя. Только вы внимательно не нажимайте на них. Надеюсь, получится моя идея. Вы знаете, как они эпично, да, взрываются? Каким, ну, взрывом таким мощным. Короче, знаете, сейчас сделаем. Сколько нужно шаров, чтобы вылетел Гаррис Мод? Что?
активировать вот этот нет, пацаны, мы хотим сделать очень классный кадр, как в Разрушителях Легенд, вложено $1 миллиард. Ладно, ладно, не миллиард, полмиллиарда. Так, давайте так сверху посмотрим. Давайте еще вот так разбросаем где-нигде. Мне кажется, будет очень классно. Так, ну что, пацаны, вы готовы? Да. Так, давайте идите ко мне сюда. Наверное, может, отсюда будем активировать. Так. Уже кто-то активировал. Ну что, ребята, начинается веселье. Побежали, побежали, пацаны. Бу-у-у. Ну не вылети. Ого, они разлетелись. Они что, не активировались, когда их... Я думал, они от взрыва взорвутся. А не, они взрываются. Серега, ну давай уже по старой традиции под конец взорвем ядерный взрыв. Можно, кстати, все одновременно стрельнуть. А может, перчатка Тануса? О, давай перчатка Тануса. Так, давайте, ребята, все ставим NPC. Не ленимся. Тулганы взяли и погнали. А что ты перчаткой Тануса сделаешь? Какую кнопку именно действия? Аннигилирую. Ты еще челчок запилишь? Нет, это слабо. Это слабо, я сделаю 2 щелчка. Нет, есть мощнее ведь. Так, ну что, я надеюсь, докторов Кляйнеров достаточно в этом ролике у нас. Дима, советую улететь, это в воздухе держаться, потому что это реально мощная вещь. Давай. Ну что, ребята, начинается мощная вещь. Я слышу, как заряд идет. Бу. Это разогрев. Ничего себе разогрев. Они живые еще, не просто... И пошла черное очко. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, King on Fire Killer. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Тестируем новое оружие». Называется ПАК. Cold Mix Weapons. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем тестировать, веселиться и поднимать вам настроение. Будут у нас такие спауны, когда они будут умирать, они будут сами появляться, а мы будем просто смотреть и веселиться. Так, пацаны, ну что, первое оружие у нас Branch Fear. И оно почему-то эрорное, но оно стреляет. Давайте проверим, что оно может делать. Ого. Вам слышно эти звуки? Звук выстрела. Очень классно. Такое ощущение, что это арбалет, да? Ого, аж у меня аж пищит тебя, в ушах. Знаешь, Димас, ого, у тебя моделька, как будто ты дробовик держишь. Так, хорошо, давайте. Второе оружие, какие-то странные названия. Heavy Only. Так, проверяем. Слышно какой-то звук странный? Не о, очень оно и фигачит. Надо очень много выстрела. А это что? Ой-ой-ой, я бегу. Это бомб... Ууу, кстати, классно. Можно бомбы, да, насирать? Давай еще раз, Дима. Подожди, а что? Ой, подождите, давайте еще раз. Давай на мне. Вот, я их бросаю и убегаю. Ого, не мочит. Вы видите, как умирают монстры? А я живой. Смотри еще раз. Вот это жесть. Реально крутое оружие. Ну давайте просто постреляем. Это было на правую и на левую кнопку. С одного выстрела любой монстр. Нет, не любой. Оно если в притирку, в голову. Любого. Оно зомби. Вот босс. Чистые жизни. Нет, не убивает. А два на человеке обычно. А, ты взял оружие, когда нажимаешь правую кнопку. Мы до него дойдем. Ты спойлеришь. Серега. Ну ладно, King of Fire, обстоятельства. Ого. Красиво отлетел. Хорошо, следующее оружие Fireblade. О, что это за... Как оно выглядит? Это меч. Оу, прикольные звуки издает. Ой, я на правую кнопку мыши, меня не видно? Ого, я быстрый! И невидимый? Да. Офигеть, а ну, давай проверим. King on Fire 50 и 50. Я могу зажать и бить быстро. Очуменное оружие, давайте на монстре используем. Да, надо долговато, конечно, фигачить, но очень интересно. Следующее оружие Fire Wolf. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, это на правую кнопку мыши. Давай сдалека в голову.
Давайте в здание. Здание будет у нас как эталон. Нормально фигачит. Такие чиканья, да, звук издает? Ого! Гэнфайр отлетел. Ну, прикольное оружие. Давайте, хорошо. Следующее оружие. Лазерган. И на нем изображено почему-то целая солнечная система. Ого, оно выглядит. Давайте отойдем подальше. Чё-то слабо, да? А чё такое? Ой. А чё оно меня... Это оружие, что само убивал? А давайте издалека попробую. Ого. Ты видел, что произошло? На левую кнопку мыши как стрелять? А на правую? А блин, чтоб-то одинаково. На 4 побил. Хорошо. Следующее оружие. Лазер фаер. О, выглядит как обычный магнум с платами. Слышь, успокой. Ого. Это один выстрел был сразу. Правой кнопкой мыши. А что то я делаю? Ой-ой-ой, опять бомба. Гранаты оставляю. Так эти мощнее. Это с пистолета такие гранаты? Да. Я могу бросать просто и все. И все сзади умирают. Ой, я же. Представьте, бежите по лабиринту и просто оставляете за собой следы вот такие. А, все, кончились патроны. На, трупейшн сразу. А я жив. Хорошо, давайте, следующая ража. Light Beam Maker. Ого, кабака. Пол поезда в руках держу. Воу. Оно ты щекотит? А может оно жизнь пополняет? Да, не убавляет, я вижу. Убей меня. Не, у меня жизнь не тратится, а потом добавляет. Странно. А, когда я стреляю по воздуху, они убавляются. Если я стреляю в тебя, они добавляются. Воу, прикольно, можно выживалочку сделать. Это я хилю, так понимаю, или нет? Ай, блин. Не убьёт. Смотри, сейчас тебя расщеплю. Я вижу, как жизнь тратится, Серега. О, ты, кстати, а ну, отожми. У тебя скин меняется. Ладно, давайте в дом стреляем. Странно как-то очень, но оружие крутое. Следующее оружие. Rocket Launcher. Ого, кабака. Я лучше отойду. Нормально. Она мощная. Ух ты. А ну, пацаны, отойдите. Я в бункер. Нормально расколбашивает, да, пойдет? Это смотри, как насколько быстро он стреляет. Вообще разрушительный ракетомет. Следующее оружие. Silence of the Forest. Вам не кажется, что странное название? Ой, а что это было? Вокруг меня что, что-то идет? На. Босс первого раза, да? Ух ты. Да. Как со стороны это выглядит? Дробовик держишь. Обычный, да, как в Half-Life? Да. Ух ты. На. Прикольно, мне нравится. Следующее оружие SMG 2.0. Довольно-таки неплохо. Знаешь, что в этом баке очень круто? Что есть альтернативный режим огня. Как в старых играх. Особенно Unreal. Ты играл Unreal? Ну, прикольная оружка. Следующее оружие Stone Blade. Вот. Вот. Когда нажимаете правую кнопку мыши, у вас просто костюм на 10 тысяч хп. Или вообще не тратятся жизни? Вы видел себя, свое лицо, когда ты нажимаешь, ты меняешься. А я могу нажать F4 и увидеть. Ой, интер, смотри. Нажми. Ого. Дело в том, что когда... Ой, что это было? Ого, это я убиваю так? С одного... А ну давай босса попробую. А ты это, наведи сверху ударь. Наведи сверху ударь.
Ооо, Серега, смотри, я могу сделать двойной прыжок и под... А ну. Ты видел? Это... Так, это... следующая оружка. Суицид бомб. Это что, получается, мне умереть придется? Она на руке прикреплена. Ну что, пацаны, прощайте. Угу. Это очень жестокое оружие. Это знаешь, так... короче, когда казнить надо человека, такую бомбу лепишь ему и все. Ты мне в руку выбил. Прощайте, пацаны, вы были хорошими Давай, людьми. Вот это жесть. Все так кричат. Так, следующее оружие. Супер хэви антимейт. Антимейт, наверное. Ого, у него отдача. Давай, я подержу тебя. Я зарядил ее на какой-то выстрел. Ого. Это же черная дыра. Черное очко оружия? Да. А ну, Серега, смотри. Ого, но здание разрывает. Еще разок. Серега, смотри, как я могу. Ты смотришь на меня? Да, да, да. Смотри. Ребята, на оружие можно летать, только никому не говорите. А ну, Серега, ты можешь это на этом оружии прилетать ко мне на здание? А, у вас же задержка, да? Да. На. Ух ты! А я ушел оттуда, кабак. Полет. Патроны. Летим по пацанам. Вот это высоко я улетел. Успею стрельнуть. Ауч. Все. А я живой. Серега, как всегда, читерит по красоте и остается живым. Вот это я улетел на край карты. Так, ну что, оружие очень крутое. Напишите потом в комментариях, какое больше всех оружие понравилось. Пока мне, что это всех больше всех мне нравится. Следующее оружие с World of Power. О, а что это за болгарка? Это бензопила. Хилка. А на правую кнопку мыши ничего? Нет. Печально. А ну, босс. Ну, так она еле дамажит. Надо ударом 8 сделать. Так, последнее оружие. Телепортер. Очень странно, что за кабака? Это телепорт. Ты что, убиваю с одного раза. Какой же, что это телепорт? Написано телепортер. Может, они наврали? О! Серега, у этого что, оружие у всех есть еще R английская? А ну. Чего? А мы этот арбалет тестили? Мы его, что ли, не тестили? А тестили. Короче, Серега, возьми этот пистолет и нажми R английскую. На. Какой пистолет? На. Ой. Я не могу тебе его дать. А, скопир создать с помощью инструмента. Во. Может, мне тоже дашь, Дима? Нет, это только для избранных. Создать с помощью инструмента. Вот, смотри, это оно. Димас, ну да, это он. Нажми R английскую, Серега, прицелься, R нажми. О. Смотри. Орел, кто-то, да? Нажми правую кнопку мыши, а потом R. О, я тпхнулся, видишь? О, да, тпхается четко. Я нажимаю ничего. А ты поближе нажми чуть-чуть. R, даже без прицела, R нажми просто ближе. Нажимаю, нет. Ниже, можешь прицелиться? Под пол. Я нажимаю R, и вот ты пэхаешь, смотри. О, вот ты молодец, видишь? Вот, здесь крыши появляются какие-то. Прикольно, да, оружка, Серега? Летаем, телепортируем. И при этом, знаешь, что мне нравится? Что не тратятся патроны. О, я на балкон ты пэхнулся, смотри. Хоп, я уже внизу. Хоп, я на балконе. Я сломал оружие себе. Да еще и дамажит, конечно, неплохо, но очень косо. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Серега, скажу привет. Всем привет. Мы, как и обещали, будем тестировать классный пак оружия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Первое оружие у нас называется... Аркбим. Аркбим. Оно, получается, что делает? Похоже на физган. Током бьет. И... Подожди. А ну давай, раз, два, три. Блин, а я тебя что-то... Ты меня упашешь.
Так, нормально, в принципе. Давай еще разок, подожди. Надо подальше. Ой, блин. У него гранаты выпадают. Хорошо, мы поняли, это электрическая пушка. Следующее оружие. Астероид, асфальт, какая-то там штуковина. Астероид, асфальт, трейл, га... Да я в голову ему. Она криво стреляет. Не-не-не, нормально, Димас. Во. Угу. Ты знаешь, что я сделал? Да, ты убил большую часть. Правой кнопкой мыши. А теперь она долго будет перезаряжаться. Смотри. Так прикольно. На правую кнопку, знаешь, Серега, что можно было сделать? Апперкот мощный. Типа хоп, да. И он там сальтухи крутит. Так, Серега, следующее оружие — Baby Maker. Это оружие делает из противников... Воу, я не ожидал. А что такое? А так что, можно? Да. И чё, когда, кстати, я буду человеком... А ну стрельни в меня, мне интересно. А, меня это не берёт. Ты не станешь детём, из тебя вылезет. А, я родил челепиздрика. Ребята, как у нас классное настроение. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Мы переходим к следующему оружию. Blade Bow. Левой кнопкой мыши ничего я не понял, работает, знаешь, что надо сделать? Удерживать. Серега, я раскручиваю и стреляю. Смотри внимательно, что будет в толпу. Ого, я убил дальних. Неожиданно. Нифига себе, она дамажит мощно. А ну, Серега, стой осторожно. Давайте, ладно, вот так вот в толпу. Нифига себе. Пила еще, когда рикошетит, других челиков дамажит. Фоксяшкиных. Так, следующее оружие — Boosted Artillery. Артиллерийская пушка. О, блин, какие искры. На тебе. Да, ты даже меня задел. Надо его включить или выключить. Хорошо, следующее оружие — Burmaster 6000. Огнемет. Воу, это сильно. Давай его сожгем. Фокси, на тебе. Обрати внимание, моментально просто смерть. Дима, смотри. Стой, стой, стой. О, точно. Я не знал. О, смотри, потихоньку. Воу, мне нравится, Серега. Это напоминает оружие с Half-Life. Как этого челика звали? Я забыл. Огнеметчика. Пироман? Не. Я забыл, ребята. Напишите в комментах, кто помнит. Я просто реально забыл. Так, следующее у нас... Да, я его еще сожгу, мне нравится очень жечь. Слышь, умри. Ладно, не хочет. Химера. Что за химера? Нифига себе. Мне нравится, Серега. На правую кнопку мыши можно четко прицелиться. Угу. Неплохой зумчик. Так, следующее оружие у нас... Дир Ситах. Систах, я не буду его использовать, там музыка играет. Просто музыкальное оружие. Не, ну может оно убьет? Давай подойдем поближе. Да, убьет, но правда нас колбасить будет. Я понял. Знаешь, чтоб не колбасить, надо другое оружие взять. Не? Нет, нет, нет. Я знал, что нет. О, все, проглючило. Вот следующее у нас. Дред. Как это там странное слово такое. Мочим. Класс, Серега, мне нравится. А, так подожди, это метеорная пушка. Смотрите, как метеорит летит, прикольно. Бум. Еще разок. Ой, четкая. Я все NPC. Вверх выстрели. О, прикольно. Смотри, сейчас снаряд будет вниз лететь. Серега, я всех NPC убил. Надо новых ставить, новая партия. Можно обнулить карту? Дело сделано, сейчас будет. Короче, это прикольное, классное оружие, которое стреляет маленьким метеоритом. И реально далеко можно стрельнуть. Полетело. Черный дым такой, офигенно. Ночью классно пострелять. Нифига себе ты псих. Так, следующее оружие — электрокэнон. Странное название. Ой, прикольно валит. Ничего себе. А на правую кнопку... Нано? Я понял, что это за пушка. Ракета. Это электропушка пускает электрическую ракету. Что-то она их не валит, Серег.
Не? Это так не работает. Нет, нифига валит, себе вот. Ты их сколько поставил. Они живучие просто. Хорошо, следующая пушка у нас эпик. И странные слова там тоже. Я ему прям на ухо дудю. А, он взрывается потом. Музыки с нее нет. Короче, дудка, которая поджигает. Фларган. Так, Серег, что за фларган? Стреляем. Тогда ставь хоть парочку штук. Это на... ракетница, Димас. А, это просто сигнальная ракетница, обычная. Да. Хорошо. Фриз Рэй. Эта штука замораживает NPC. А почему они не замораживаются? А ты подожди. Вот. И смотри, в чем прикол. Видишь, он синий стал? Да. А, они цвет немножко меняют. Они короче... заморожены. Я вижу, все вокруг замораживаются. Я с ноги могу, Серега. Смотри. Эй! Не, монтировкой мощнее. А че не могу их убить? Так они заморожены. Ногой ты не сломаешь. Возьми монтировку лучше. Ладно, я знаю, что можно разбить. Хорошо, следующее оружие у нас. Гордонс секрет. Это монтировка, которая дает мне возможность очень быстро бегать. Просто я могу за пару секунд всю карту пробежать. И могу, конечно, бить как псих. Просто моментальная смерть. Нифига себе, он когда падал, и ты его задел, челика. Так, еще разок. Кстати, кстати, промахивайся. Нана. Нифига себе, и тут упал аж. Да ладно, почему он умирает? Хорошо. Следующее оружие Hades Cannon. Воу, как-то выглядит очень футуристически. Очень мощная пушка. Так, целимся прямо в бошку ему. Эй, а чё на него ничего не сделала? А, ну как бы растворяет его, ничего себе. Да. Я сначала подумал ничего, а потом понял, что все. Hades Cannon. Это у нас есть. Лазер ган. Нифига себе, Серега, смотри, какая у меня пушка моднячая есть. Да. Голову, прям чисто в бошку ему. Так, на правую кнопку мыши что? А ничего. Так, следующая пушка. Нейлган. А, это гвозда... прибиватель. Прибил? Прибил. А, Димас, ты пропустил еще один лазерган. Да? А, они по-одинаково называются. Спасибо, Серега, что подсказал. Мне понравилось это оружие. Ничего себе, что оно такое имбовое? Такой звук, когда я его беру. А потому что, ну, лучше бы ты его не брал, игра набекает. Тихо. Воу! Оно стреляет, когда только прицеливаешься. Так, целится. На букву R удерживаешь, перезаряжаешь. Так, спасибо, Серега. А ну, Сережка, я понял. Смотри, давай стрельнем в дом просто высоко. Давай посмотрим, как оно. Видишь, полетела кабака? Вот. А чё они не взрываются? Они летят долго. Сейчас долетят, смотри. Так, смотрим. Надеюсь, будет все четко и красиво. Я отойду подальше, потому что можно умереть. Ходят такие слухи. Они уже рядом. Так, гвоздодер мы уже проверяли, он просто пригвождает. Ножик мы знаем, это маньяк, который убивает с одного удара. Вот так вот. Почти. О. Воу. Нифига себе, я уйду. Да, Серега, мы с тобой, мне кажется, жестковато, да? Да. А, еще живые. Да ладно, хорош. Смотри, какое на доме пятно прикольно образуется. Да. Офигеть, как будто оно расплавилось, что так, ли. Так, ну что, все NPC умерли? Так. Что ж, ставлю, ну. У нас есть ниндзя Старс. Все будет анимация прикольная, когда я кручу его в руке и на пальце держу одном. Во-во-во. А третьего лица запилим. Я псих. Не, а давайте посмотрим, будет анимация так?
Нема. Ну что, давайте сначала на левую кнопку мыши. Ой. У меня еще ниндзя никакой. А. Да ничего, она эту кнопку. Ой, Серёж, что-то слабая. А, смотри, они в теле остаются, торчат. Угу. Выхвати. Ого, ты псих. Хорошо, давайте следующий пак. О, следующее оружие. Pixel Weapon. А, шотган. A punch. Ну, я понял, почему он так называется. Rocket Bow. Погнали. На. Нет. Арбалетная ракета. Как-то, Серега, мне не нравится, как она стреляет. Да, тоже. Какое-то оно не читерское, мы ж только любим такое. Так, следующее оружие, Rocket Prop. Вот жопа. Написано. Do not use, ну я из... Да я прочитал, картинку не видел. А так, надо продолжаем. Смотри, как... Дима, смотри, как надо это использовать оружие, вот так вот. А-а-а, я ж не знал. И в итоге никого я не убил. Silenced Pistol. Тихий пистолет. Я понял. Сталкер Бим. Я жгу вас. Глаза сталкера из Half-Life. Я могу орать, как дотик. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ой, что-то она так долго жгет. Сильно долговато. Так, следующее оружие. Сулфенджне. Не знаю, как оно правильно называется. О, Дима, смотри, что оно делает с трупами. Это лазерные глаза Супермена. Прикольно. Стой, смотри с трупами, что оно. Они исчезают просто. Так и живые исчезают тоже. Не? Да. Следующее оружие. Теслаган. Ну давай, удиви. О, прикольно мочи, да? И прицел появляется, другой дружочек такой. О, переключил режим огня. Она... Какая имбот. Вот. О, скорость. Автоим это... Я понял, само прицеливается. Так, следующее оружие. Тмар Колд Пистол. Два кольта. Как в Сириус Эми. Мне не нравится, как они стреляют, говно. Следующее оружие. Валкарайн Рокетс. Управляемая ракета. Погнали. Ой, красиво, моя очередь. Вау, хорош. Еще разок. Согласись, красиво разлетаются, да? Эффектно. Да. Ребята, напишите в комментариях, какое больше всех хорошее вам понравилось. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега. Как всегда, отличное настроение. И как и обещали, мы играем в Гаррис Мод, тестируем бомбы. Рубрика будет называться «Какая бомба самая мощная?». Серега, поздоровайся. Всем привет! У нас очень много накачано новых паков. Они даже не новые, просто вы их не видели. Так что если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого днюха, с днем рождения. Ну а мы начинаем. Начнем с самой слабой из Half-Life. Это у нас слэм. Слэм. Давай, Серега, будем проверять, как вот и что. Так. Примерно одна взрывается. Ой, что-то... Одна колонна. А, одна бомба, одна колонна? Да, давай, да, она побольше поставь. Мины поставить. Ой-ой-ой, как жахнуло. Блин, прикольно это разрушается. Мина. Это мина. А вот, допустим, я хочу кинуть две штуки. А ну давай, вот. Может разрушиться по красоте как-то? Ого! Ой-ой-ой! А, у меня одна пуля что ли уничтожает, не? Так, нет. Ладно. Давай следующую бомбу. Будем проверять так. Все постепенно. Следующая C4 с Call of Duty. Воп, давай. Вот, советую подальше отойти. Вот примерно как одна взрывается. О, так это уже поярче вариант. А вот, допустим, штуки 4. Ребята, смотрите до конца, потому что в конце мы сделаем очень жестокий мега-взрыв. Надеюсь, вам понравится. И вы поддержите нас лайкосиком и подпишитесь на классный канал Dimas.tv. Взрывай! Бум, и крыша от вас. Ой-ой-ой, прикольно. Аж лошадь упала, бедная. Кстати, я вам покажу, что тут можно еще сделать, как мне понравилось. Смотрите. Лошадь улетит. Вот так можно админским пистолетом все разрушить. Мне так это нравится. Ладно, обнуляем. Разонравилось.
Так, следующая бомба. Давай я поставлю. Сантики. Будем по очереди или как получится. Нитроглицерин хочу взорвать. Давайте хотя бы не один, а несколько. Допустим, 4 штуки. А как его взорвать? Стрельну, да, надо по нему? Ого, нифига себе жакнуло. А чё так мощно? Нитроглицерин какой-то очень взрывоопасный. Я теперь понял, почему им здания разрушают. Хорошо. Термоядерный. Так. Давай еще разок, мне понравилось. Только я на этот раз подальше. Я вот так взорву их. Бум! Да что, мы все равно умираем. И кони скачут. Димас, ты повернись назад, ты даже эту колонну задел задней. Нифига себе, нитроглицерин рулит. Хорошо, обнуляем карту. Стройся само. Давай, следующее у нас будет... О, вот эту бомбу давай взорвем. Очень интересно, как будет. Ребята, кто помнит, пишите в комментах. Это бомба очень опасная. Давай так подальше. И... Серега, прощай. Валяоба. Бум, красиво. Ого, разрушило два здания полностью. Все, можно новое строить. Так, давай обнулим. Пиццерию построим здесь. Давай сделаем вот так, чтобы было... Хочу по красоте посмотреть, как будет, если эту бомбу взорву тут в стороне. Так, вот так давай посмотрим, как снесет в правую сторону. Я буду на крыше стоять, так будет эпичней. Надеюсь, я живой останусь. Серега, смотрим. Да, я тоже на это надеюсь. Бум! Ой, эпично! Давай, Димас, перейдем к таким бомбам. Давай, более интересным. Давай поярче вот. Уже. А, сейчас я только возьму C4, потому что активировать, ну, с помощью C4 будет полегче. Понял. Вот, смотри, это бомба комбайнов. Так, HB-бомбс это или нет? Да, HB-бомбс. Взрывай. Тенди. Ну, так себе. А ты подожди. А, не, я забираю свои слона назад. Блин, эпично разрушило. Еще не все? Да, все. Ой, куда она летит? Че такой звук прикольный? Ну, это бомба комбайнов. Хорошо. Строим заново. Она просто полностью снесла все. Так, газовая бомба. Давай, загазим это все здание. Бум. Еще будет взрыв? Подожди. Да. Ой-ой-ой. Блин, мне нравится. Ну такая. А чё оно не взорвало? Ай, горю, жопа. Это напалмовая бомба, что ли? Типа. Ты горишь? Правда, нет? На газе. Нет, уже все. Ладно, давай обнулим карту, потому что даже вот это разрушение уже нечестно будет. Вот так вот, давай еще. Так. Давай-ка использую бомбу Implosion Bomb. Давай, Implosion, давай. Будет настроение классно, надеюсь, мы поднимем настроение своими роликами. Давай. Вот это помощнее будет. Воу! Бедное здание, мне его уже жалко, кто его строил. Я так понял, я тоже не выживу. Пусть такого не живут. Воу, вообще ничего, просто лысое все. Два здания разрушилось. Хорошо. Еще взрыв будет или что это? Воу! Нифига себе! Еще будет? Нет. Так, Серега, строю. Чпонькс. Так, следующая у нас бомба, это фьюжн бомб. Давай. Ого. Может нам бессмертие, Серега, включить? Не взрывай, стой. Я вместо C4 буду кнопку простую использовать. Давай. Сейчас. Фьюжн бомб, вот она. А мы не умрем. Так, поставлю на 3 секунды. А, тут так можно даже? Да. Нажимаю, и через 3... 2, 1. Бум. И что? Так, сейчас что-то будет, ребята. Воу! Эпический взрыв. Мне понравилось. Опять два. Смотри, крыша от здания улетела. Смотри, крыша вон куда улетела. Теперь я понимаю, как говорят фразу, у тебя что, крыша улетела? Поехала. Так, хорошо. Эта бомба была эпичная. Обнуляем карту. Есть, все построено заново. Так, вулканическая бомба. Самая любимая, может ее позже, потому что может вылететь горизмот. Хорошо. Хотя может нет, но есть такая возможность. Уже были случаи. Ну лучше, Димас, перебздеть, чем не добздеть. Понял. Так, ну пойдет обычная, МК-33. Давай. Атомная. А, всего, да, всего атомная, давай. Ой, нет, не то. Надо сначала таймер поставить на него. А вот, можно в нее пострелять просто, смотри.
Да не надо, я... Просто стреляешь. Ну ладно, то я так просто проверил. Можно так? Можно. А. Угу. Даже бессмертие нам не помогло. Гениально. Да. Так, ладно, очищай карту, Серега. Давай, очищай. Отлично, свежак. Куча дыма вокруг, смотри. Сколько огня над зданием. Ну это ж ядерная бомба, и это ядерный гриб сам по себе. Прикольный ядерный гриб сам по себе. Так, что у нас там дальше? Так, секунду. H-bombs, нюк, space нюк. Какая-то космическая нюка. Давай. Такая маленькая вроде. А сейчас как перданет. Давай. Я нажал. Сейчас будет. Отсюда будем смотреть. Ух ты, что, по всей карте разбросала запчасти. Нормально. Ну, кстати, все колонны, они целые остались. Он просто разбрасывает, откидывает, да? Да, походу. Отстроим заново. Классно строить в Гаррис Моде можно. За 5 секунд. Ну что ж, дальше у нас идет по счету ионовая бомба. Во, давай. Вот это моя самая любимая. Ребята, если хотите, пишите в комментариях. Мы будем делать часто рубрики, какое оружие самое мощное или бомба. Если вам нравится, пишите нам нравится или плюсик. И мы будем знать, что эта рубрика вам очень понравилась. А что, и все вот это вот просто так? Ну, а ты смотри дальше. Вон, видишь, собирается в центре. Да-да-да-да-да, надо отвалить подальше. Да там и так уже здания не было. Ну, в принципе, в этом есть смысл. Ого. Вообще ничего не видно. Просто все в огне. Серега, ты чё, апокалипсис такой? Ого, меня откинуло в конец карты аж. Конец света. Я думал, чё я в деревне какой-то в лесу оказался. Так, давай строим заново. Чпоникс. Вообще жесть, что мы тут делаем с этой картой. Наверное, еще так никто не делал. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас идет маленький мальчик. Давай маленького мальчика. Ого, Little Boy. Это Big Boss. Так. Текай. Через... Подальше. 3, 2, 1. Бум, просто ничего. Вот это меня откинуло в конец карты вместе с запчастями. Крыша прилетела, привет. Поставить. Давай. Это мощная ядерная бомба. Ух ты. Ой, не. Блин, она рушит здание. Она уже рушит здание, не взрываясь. Это очень сильно. Сейчас я его вот здесь поставлю. О, вот два на крышу. Давай на крышу попробуем, на крышу взорвем. Это будет вообще эпически. Так. Нормально, пойдет. Я буду на этой крыше стоять, смотреть, как это все произойдет. Так, оружие, мочи. H-bombs. Выставляю таймер на 3 секунды. 3, 2, 1. Я нажал кнопку, 3 секунды ждем. Ждем. Ребята, надеемся, не вылетит на рабочий стол. Не вылетело. Молодец. Я просто хоть увидел чуть-чуть, как там оно все разлетелось. Давай взорвем вот просто по-стандартному. Мы обычно взрываем еще вот эту бомбу, а то напишут, что мы ядерку стандартно не взорвали. А уже в конце, наверное... Давай просто обычно, то мы валим-валим. Взрывай. Подальше. Чтоб увидеть, как это все будет. Так, край карты. Навесиком. Бум. Ох, как сносит. 1 хп оставляет, кстати. Ты у меня стал шоколадного цвета, подгорелого. Бывает, ты, наверное, тоже таким стал. Ой-ой-ой, она столбы уже рушит. Так, 3 секунды. Я лечу сюда. Я тоже лечу сюда. Нажимаю на окно. Так, ребята, смотрим. 3, 2, 1. Еще гриф с той взрыва не прошел. Ого, коняка отлетела. Эпический взрыв, как всегда. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Егор, Апгай, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем хай. Сегодня у нас очень классная рубрика, притом очень долгожданная, потому что мы записываем тест оружия, и оружие не простое, а с игры Doom разных частей. Правильно, Серега? Угу. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, будем тестить на зомби, и если зомби очень будут просто убиваться, мы будем брать монстров Хендерсона и по ним фигачить. Первый у нас, первый. Что у нас? Шотган. Супер шотган. Да ладно, сразу минус 2 хп. Притом, я заметил, если сдалека стрелять, то не так быстро убивает. Хорошо. Рокет. А ты еще на правую кнопку можешь прицеливаться. Понял.
Минус 97. Это было мощно. Хорошо. Рокет лаунчер. Ого, кабака. Абга, я по тебе стреляю. А, кстати, не так уж сильно и фигачи, да? Да. Хорошо. А теперь на перезарядку нажми. Ой, прикольно. А, и другое получилось? Это ты в полете можешь взрывать их. Стреляешь на правую кнопку мыши, да. Я понял. А серьезно, давай попробую рядом взорвать. Офигенный мод, мне он очень нравится. Если вам понравится этот мод тоже, поставьте лайкосик и подпишитесь на канал, потому что мы стараемся ролики выпускать каждый день. Плазма рифл. Подожди, а там же еще одна модификация была на ракете. Да? Какая? Да. Ты целишься в противника и так. Стреляешь в него. Не-не-не, смотри. Вот. Сразу три ракеты выпускай, когда ты целишься. Поменяй модификацию. На правую кнопку мыши, я понял. Ага, боже, это же круто. Хорошо. Надо внимательным быть. Плазма рифл. Так. Ай. А, вот так вот, значит. Я на правую кнопку мыши нажимаю, и вылетает по много штук, да, сразу? А ты смотри, ты можешь еще зарядить, у тебя там, видишь, кольцо? А, вот, да, я вижу. Получается, какой-то навесиком летит снаряд. Ну да, ой. Во, смотри. Он его замедляет, что ли? Да, он это его замедляет. Так, это все режимы этого оружия, понял. Пистол. Это обычный пистолет, плазменный. На правую кнопку мыши нажимаешь, удерживаешь, он заряжается. Воу, прикольно. А ну-ка давай посмотрим, сколько жизни выносит. Стаканчик, соточка. 60 хп. 100. Хорошо. Heavy AR. Ого, кабака. Мне нравится анимация, когда берешь оружие в руки. Очень круто анимация сделана. Прям бомбейски. Ну-ка. А, у него нет, да, дублирующее оружие? Это режима. Есть. Сейчас мы перезарядим. Тут есть прицел. Прицел повышает это дамаг и точность. Понял. Сразу звук меняется. А вот есть еще ракетомет. Смотри, как он действует. Я вижу, я зарядил его. Классный мод. Крутецкий. Мы его добавим в коллекцию себе. Давай дальше смотреть. Гаусс Кэнон. Гаусс пушка. Воу, какая она громаднейшая. Так. Бум, минус 12. Минус 81. Нормально. Оставляй чуть-чуть совсем жизни. Так, давай добавляем какой-то навесик на нее. Модификация на прицел. Ты удерживаешь, она заряжается. Ого. И мочит. О, ну, набирается. Эй. Ровно соточку. А есть еще... Еще добавил? Суперзаряд, суперзаряд, там это на правую кнопку мыши удерживаешь, там. Воу, смотри. Она прям мощнее становится. Сейчас, зарядим. 112 хп вынесло, ничего себе. Комбат шатган. Так, сразу это... навесик делаем. Это обычный дробовик. Еще навесик. Есть гранатомет. На нем. Так, еще навесик какой-то. Да, я вижу гранатомет. Получается 4 режима оружия. Не, у него 2 режима. Ну я проверял, видишь, тоже заметил. Давай тогда чайнгун. Чайку попьем. Угон здоровый. Ого, разгоняется. Так, что у него есть на R? Так, добавочка. Ну... Эта модификация, по сути, позволяет ему крутиться без траты патронов. Ого, я нацепил еще какое-то дуло. О, а ты нажми на нее правую кнопку мыши. Ого, вот это мощь. Серега, это какая-то мощь. У меня нагревается, ты видишь, что у меня красные эти штуки, да? Да. А ты у меня посмотри. Да, вижу. Анимация офигенная. Хорошо. BFG 9000. Это ой, самое какая мощное кабака. Оружие. Чё такое здоровое все, Серега? А теперь... Ух ты! Ай, ты меня да замочил. Ладно, на таком большой радиус такой? Да. Офигеть, давай добавим... А, больше нет никаких модификаций на него? На BFG нету модификаций. Это, по сути, мощное оружие. Следующий пак. Doom Eternal.
Что, опять снизу начинать или сверху? Давай снизу. Хорошо, Unmaker. Это секретное оружие, оно очень мощное. Патроны для BFG 9000 используются. А ты прям это стреляй. Так, смотри, дублирующего нету. Супер шотган. Это вторая, это вторая. О, нажми версия. Правую кнопку мыши, Серега. Это крюк. Это крюк. Ты цепляешься, поджигаешь противника и стреляешь. Очуметь! А, я могу, короче, к нему прицепиться, лететь и в это время стрельнуть. Да. Воу, воу. Да стрелять, как всегда, отличнейшая. Давай дальше, Rocket Launcher. Классно рассматривает. О, ракета уже там дымит. Бум. Что он еще делает? Так, на правую кнопку мыши. О, я вижу, прицел взялся. У него, по сути, те же модификации, что у того, но поинтереснее. Автоприцел есть, Серега. Да. Ракеты сами летят. А ну, смотри, дай я прицелюсь к нему. И дуло разверну вообще на 180, вот так далековато. А, не. Сейчас, вот так вот. Да, прикольно, хорошо, давай дальше. Это что? Плазменная пушка. Это классическая плазменная пушка из Дума. На-на! Так, что-то добавилось. Смотри, у тебя со временем сейчас пушка станет красной, и ты можешь выпустить заряд. Вот. На правую, когда красным станет, ты можешь выстрелить с правой. Ну, еще есть такой режим, как это, охотники за привидениями. Ой-ой-ой, вот это жахнуло. Ой, а он на них не работает, надо NPC поставить сейчас. Вот. А ну-ка. Не, надо... А, у меня патронов мало. Покажи, на что он способен. О, я вот правой кнопкой зажал и держу. О, я видел, оно током как будто бьет. Так, я понял, Серега, я увидел этот режим. Heavy Cannon. Это, по сути, тяжелый автомат тот же самый, но помощнее он будет. Вот это намного. Он лупашит. А ну-ка, что он еще добавляет? О, прицел добавился. О, а ты что? Ты теперь стреляешь, как твой автомат превращается в снайперскую винтовку. Еще что добавил? О, ракетницы. Крутецкий, еще что добавилось? На-на. Вот это она выносит. Следующий. Ой-ой-ой, прикольно. Крубли. Это аргент меч, Дима. Самое мощное оружие. Напополам рубит всех. А что я не могу ударить им? А у тебя патронов нету. Там 3 патрона всего дается. Понял. Хорошо. Комбат шотган. Так, что он там добавляет? Вот такую кабаку. Гранатомет. Пятизарядный. Вот это он наказывает всех. Классная оружка, мне нравится. А, чанка. О, так это бензопила. Нет, обычная самая. Вон, смотри, идет засранец. А, заглох. Мало топ. Патроны нужны. Сейчас. И, кстати, когда у тебя мало хп, с них может хп выпадать. Как в Думе, игре, Internal. А чё я не могу фигачить? Я же... Он слишком большой, надо поменьше. Вот это. Во, я вижу. Отпилейшн. А стой, а давай я тебе хп сейчас сниму. А теперь это, режь его. Не режет. Патронов. А, и они так мало выдаются? Хорошо, давай еще разок. Там 3 патрона всего. Независимо, сколько я себе выдаю, все равно больше 3 не будет, да? Да. Да. Вот. Воу. Видишь, хп с них падает. Да, да, да. Нет. Ха-ха, да, увидел. Хорошо. Чайнгун. Это более продвинутая версия минигана. Воу. А ну что он добавляет? Щит, который будет защищать тебя от всего урона противника. Ух ты. Угон добавляет. Скоро эта пушка будет больше, чем надо.
И еще это, ну, дополнительные, ну, три ствола появляются. Так, БФГ 9000 уже было у нас. О, так это шар другой. Да, они отличаются. Даже а ну давай туда, а ну подожди. Один снаряд только можно или что? Ну там, а нет. Два, три снаряда. Смотри, Серега. Летит, а ну-ка. Сильный взрыв будет? Да, норм. А ну, пацаны, так и стойте, я вот так вот стрельну. А, он когда летит, дамажит. Да, да. На правую кнопку мыши ничего нету, да? Хорошо. Следующее, это баллиста идет. Боже, он такой здоровый. Да. Звуки круто издает. Так, что он там добавляет на R? О, добавил что-то. А правой кнопкой мыши заряжай и стреляй в противника. Это самодельная бомба будет. Звуки классно сделаны, оригинальная дума. О, что-то у меня сейчас будет. А это по радиусу бьет, Дим. Смотри, если на максимум зарядить. Я вижу. Вот. Круто сделано. Обжигает. Так, следующий пак. Doom мультиплеер. Так, что у нас по там? По сути, тот же самый пистолет, но немного отличается. Так, Boost Rifle. Так, на R тоже ничего не ставится. Нет, ничего, это мультиплеер. Так, Серега, а теперь покажи, ты поставил толпу NPC. Что ты хотел показать? Что их может вот расфигачить? Что эту делать... толпу. Я отойду подальше, чтобы мы остались BFG живы. 9000. Давай. Сколько там NPC стоит? 4, 4, 4, 16 штук. Ну, там плюс-минус. А прям стрельни под ноги им. Блин, нет, это не те NPC сейчас. Ха-ха-ха, я понял. Они это не умираются? Не, да, это не те сейчас. Поставь каких-то обычных. О, да, это оно. Под ноги только стреляй. Да не, я просто хочу кое-что показать. Давай. Очень интересно будет сейчас. 3, 2, 1. Это что-то вот эпическое, Серега, в моей жизни. Это броня. А, это точно, костюм. И что, можно еще больше поставить? Серега, я сейчас давай поставлю очень много NPC-шек. А вы, ребята, наблюдаете. О, давай монстров Хендерсона, сможешь? Ну, посмотрим, как БФГ будет с ними. Все, хорош, давай. Так, покажи. Где там оно мое? Мощняцка. 5000 хп у них, Серега. Вроде бы. Посмотрим, как БФГ будет против них. 3, 2, 1. Прикольно. Не очень. Ну, у них хп побольше, чем у тех, кого я мочил. Так, надо, знаешь, взять оружку какое, которая волну-то выпускает, помнишь? Да. Ребята. Бариста. Прикольно, прикольно. Еще разок. Просто пронизывает их. Ну что, Серега, выживалка началась. Думал, говорить не говорить, скажу. Пацаны, выживает сильнейший. Дом оружия рулит. А я их смогу убить? Как ты думаешь, Серега, этим оружкой? Смотря каким. Слышь, отвали от меня. Эй, да зарядиться. Я одного убил. Убил? Так, а я сейчас буду бежать. Мечом. А я сейчас возьму... Во. Еще одного убил. Так чем ты убиваешь их? Мечом. А я сейчас этот наставил пулемета в куча. Дуло себе нацепим. А давайте еще дуло нацепим. Во! А вот так вот. Вот это я их рассекаю. А! Серега, что-то не убиваются. А я мечом их убил. Да? Ты возьми тоже меч, да. Хорошо. Правда, там 3 заряда дается, но это очень мало. Слышь ты? А, нет, нет, пусть убьют. А, у меня 6 тысяч жизни, а чем я так жизни много? Из-за костюма? Слышь?
А, я админский пистолет взял, мне рай жизни за это много выдали, я понял. Короче, это оружие что-то их совсем плохо мочит. Это надо персонажа из Дума, чтобы их нагибать. А Серега их мочит и мочит, и мочит, вот, и уже, мочит. Уже замочил двух. У нас есть вот такой вот. Вот такой вот. Два. Два здоровых монстра Хендерсона. Давай, Серега, замочи их. Сейчас. Слышь, ты чё своих посылаешь? Убила? Да. А, ты с Гренвича, я знаю, они их убивают. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это жестко ты. Идеи, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Рекер, Энгри Панда, Кошак. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ой. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас тестируем новое оружие. А, я надеюсь, что да. Ого, там мощь пошла. Они прыгают, да? В Гаррисфоте можно, как всегда, сделать любую игру. В данный момент мы сделали серию SM3 игрушку. О, я убил своего случайно, я не хотел. Под пули не лезьте. Всех убили? Ого, шар их сносит, как щенков. Так, пацаны, я понял, это было легко. Так, вот это оружие будем тестить. Так, NPC. Давайте поставим... О, толстожопов. Давайте сделаем прям жесткую войну вообще. Не надо, не надо. Лимит сработал. А мы здесь будем стоять. Выходим себе и идем гулять. А там творится что-то нереально. Ставьте лайк, если подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ого. Это было жестко. И уходим сразу, потому что миллион ракет летит. Я знаю, серия в SM3 NPC очень жесткие. Пацаны, ну чё, как вам шум в игре вообще, пойдет? Да. Пойдет, да? О, я одного уничтожил. Ого, они выносят. Так, давайте возьмем вот это оружие, посмотрим, что она возможно. О, это снайперка. Надо в голову. О, вот это хорошо их выносит. Так, 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 у меня немножко подлагивает, но в этом есть смысл. Давайте здесь постреляем. Убил, сложил. Вот это да мясо. Четко, да, попадает? Вон я вижу, стоят. На меня ракеты летят. Это не точно слабое. Да не! Не, не лагает. Отлагает сейчас. Мы же их убиваем, оно все их меньше и меньше. Ого, их тут. Давайте, ребята, просто пробежимся легкой пробежкой. Сзади нас миллион взрывов, смотрите. Вот это жопа. Ладно, не останавливаться. Если я остановлюсь, мне точно жопа. Так, скрылись каким-то образом. О, давайте реально этой пушкой постреляем, а чё бы и нет. Сейчас я покажу, на что я способен. Убивает их? Да. С кувалдой на них. Давай, с разбегу, с разбегу. Ах, по башке. Вот это чвякнуло. Я сюда зайду. Постою здесь. Так, топорик, я думаю, против них использовать это очень глупо. Попасть бы еще. Нет, не попадаю. Так, это тоже слабый бегает. Вот это жопа. Хорошо, давайте вот этих парочку поставим. Ого, не чвякают, вы видели? А чё не чвякают? Они что, распадаются на запчасти? Это мод такой? Воу, прикольно, мне нравится. Они не все. Я хочу тоже постреляться с ними немножечко. Я буду против с молотком против них. Давай, давай. Ой, молотком расквасил.
Их можно, получается, пилой, да, лупашить? Распиливать. Воу, прикольно. Говорит, Смоди непривычно расчлененку видит, но в этом есть прикол. Получается, шар на них наезжает, и они как чвякают, да? Прикольно. Так, кто у нас? Тут целые мотки прям лежат. А, нет, это... Они исчезают, давайте очистим на всякий случай. Эта пушка стреляет пушечными ядрами. Погнали дальше. Ого! Кабаки, кабаки! Ого, они звук, да, издают громкий, пацаны? Кабаки! С4! Ух ты, С4 мне не поможет. С4. Да сдохни, отвали, он быстрый! На, как улетел! На, поджопника! Ой, его это только разозлило, говно! Эй, отвали, отвали, щенок! Ой, надо перепрыгнуть, я знаю, что надо сделать. Перепрыгнуть. Давай. Ах, блин, говно, не работает, я его боюсь! Он быстрый, смотри, как под жопу всех пинает. Ого, он сальтуху запилил. Погнали. Ага. Ё-ё-ё. Я тебя понял. Так. Что так легко? А это миниган, потому что мощный. Это не легко, сейчас будет сложнее, подожди. Ай. Легко, да? Нет. А если, допустим, у соперников у твоих тоже будет оружие, что ты скажешь на это? Обстоятельства. Нравится такое? О, они вон передвигаются, в здание забежали. Они тоже на части разваливаются. Серьезно? Да, вот кровята. Прикольно. Понос. Да, понос. Вижу, кишки из жопы. Что-то у них это... Они не убиваются так легко. Вот это жабей, надо валить, надо валить. Так, берем оружку все-таки это. Вы же сказали, что легко. Так, короче, не слишком сложно. Чрезвычайная ситуация, позорче. Нет, нет, надо... О, базуки берем. Базуки. Базука берет их? С4 надо. Вот что надо против них. А, да, они даже не берут. Я вот С4 туда. Нет? Значит, надо миниганами. Пушки, пушки. Убиваются пушками. И я убиваюсь ихним оружием тоже. И каким-то тоже еще убиваюсь оружием. Слышь, вы психи уродливые. Я побежал, я вспомнил, мне надо куда. Вот это жопень творится. В конце ролика надо будет выяснить, какое оружие самое мощное. Так, загнулся. Мы их убиваем, да, потихоньку? Да, их убивают. А, ну-ка. А, хорошо гасится. А, да? Топорик, топорик, расчлененочка есть? Не молотком забить. Нет расчлененки. Ой. Да, блин, прикольное оружие. Получается, оно дамажится одного раза, да, эта оружка? Ну да. А, ну надо испытать на человеке каком-то. Давай. Да, нормально. Ну что, пацаны, а теперь я вам хочу сделать грандиозную битву, которая понравится всем. Ой. Ну, у кого слабые компьютеры, сначала? Не рекомендую. Сначала давайте энтить. Долго. Кого ты поставил? Это спаун по всей карте. Не надо. Ну, спаун по всей карте. Я слышу, как что-то чавкает. Да, пацаны, это спаун на всей карте. Я пошел. Спрячусь туда. Беги! Ой-ой-ой-ой. Надо ружку серьезно брать. Слышь, ты что по мне? Меня кто-то магнитит. Не убил, убил. Разложил. Это они заспамнились, и я удалил спамнер.
О, давайте доставлю, да, спавнер? Да. Это у нас хард есть? А, это был Эйзи, а вот хард. Где я? Меня вспыхнуло. Я не знаю, я сделал такую вахналь. Я поставил 4 или 5 спаунов. Где подстой? Нет, ты пахнул. Это эй, просто эй, жесть. Это легко как. Легко, да? Согласен. Легко? Да. Меня так вы же проигрываете. А, не, вы убиваете их. Мы убиваем. На полете. Хорошо, да, хорошо. А если мы поставим... О, иди, быстро. Ого. Бегу, пацаны, бегу. Как вам такое? Легко? Я знаю, что нас спасет. Давайте, я знаю, что нас только сейчас. Че, бомбу будем взрывать? Да, правильно. Сейчас, сейчас. Ой-ой-ой, они разлетелись все. Я готов мне бомбу запускать. Взрывайте бомбы. Ой, лагает, ой, лагает. Это жопа, Angry Panda, ты чё взорвал там? Всё, я взорвал. Ой, красиво это было. Эпик. А что происходит? Так это двойная бомба. Эй, друзья, что ж, ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фантом, Пози, Бульбазавр, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Какое оружие самое крутое?» Или можно назову еще «Тестируем новое оружие». У нас называется пак Zen's Wacky Weapons. Пацаны будут брать разных монстров, NPC-шек, пилпаки разные, а я буду по ним фигачить и проверять, насколько оно мощное. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, вы готовы? Да. Я тоже готов. Первое оружие. Барни. Получается, я что? А я спавню себе помощника. А как заставить его фигачить по вам? Мочите его. Может, надо дамажить его? Блин, да он секунд какой-то, мочи их. Ладно, вы друг друга убили. Хорошо, давайте я его удалю. Какой-то он бесполезный, вообще ни о чем. Или надо какие-то специальные NPC-шек ставить против него. Так, второе оружие, бластер. А, я вижу, кстати, оно как жизни выносит. Не так уж-то и много. А, у Чики жизни нету. Ну, очень слабая, да, пацаны? Такой себе бластер. Что он еще может? R, F, пробел. Хорошо, давайте следующий бластер. Класс Б, наверное. О, вот это мощь! Вообще сила, пацаны! Вот это оружка! Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и мы записываем очень классные режимы, обзоры модов, килпаков, карт и всего прочего. Так, ладно, мне это очень понравилось, оружка. А, следующий у нас буст. Короче, бустим себе жизни, да? Соточку дал. А могу вам похилить жизни, а ну? Стрельни в нас и потом... Да я вижу, что я хилю, у вас появляется зеленая над вами. А, хорошо. Сколько я себе забустил? Непонятно. Сколько? Так. А, крустер граната. На. А ну давайте я отойду подальше. Я просто не знаю, что ждать от этих гранат. Ставили это. О, да нет, ну смотри, она еще распадается. Если вот так просто забрасывать по красоте. Мало, да, дамажит, пацаны? Ну. Ой-ой-ой, прикольно. Хорошо. А, дав 4. Металлический балунбой, нормально дамажится. Слышь, у вас очень много жизни. А ну сколько у тебя? 8600. По 30 хп дамажит. Ну это такое себе, очень слабое. А, дизавлер какой-то.
А, ну если я вдаль буду пострелять. Ну такое. А правая кнопка мыши. R. Пробел F. Слабенько, да, пацаны? Слабенько, слабенько. Explosive vent. О, это чё? Слышь? Сколько дамажит? Вообще мало. Я думал, оно будет взрываться, когда буду вас бить. Пробел, блок, R, F. О, взорвалось! Чё я нажал? Может, когда я в тебя бью? Или об землю? А правая кнопка? Да не, нифига, не получается. Но хорошо. Давайте следующий. Freeze Ray. Воу, что тут произошло? Офигеть! Вы замораживаетесь на какое-то время. А дай вдалеко, далеко. О, вон. Дайте я далеко стрельну, но не подходите ко мне. Вы замораживаетесь, да? Да. Вот это оружие лучше, чем пригвоздитель, да, в какой-то степени, не такое читерское. У нас белый экран встает тогда. А, если честно, у меня тоже. Ничего не видно. ГГХ. Говняное говно. Ой, на. Воу. И чё? О, много. Много дамажит? Много. Офигенный эффект от этой оружки. Давайте еще пофигачим, хотя бы убью кого-то, может. Че, не убивает? Не, меня сейчас убьет. Ладно, давайте уже достреляем. Ну такое себе не очень. Следующее. Подождите, что такое? А, давайте... Во, раскручивается, смотрите. Угу! Вот это самое лучшее оружие в этом паке, пока не мне нравится очень оно. Офигенно фигачит. Вот так со стороны оно выглядит, да? А ну я могу от третьего лица включать. Во! И погнал. Добьем уже, давайте этого кэт-дога. Хорошо. Следующая оружка, мега-панч. О, иди сюда. Ах ты говно, фусик. Давайте я еще разок ударю кого-то. А, я вижу со стороны. А ну, дайте я разочек. У тебя 6500. Сколько осталось? 6300. 200 хп удар, нормально. Ну, такое себе не очень. А следующее просто патч. Давайте будем стоять в долину, потом вблизи. Так. Слабенько дамажит, да, походу? Оно красиво бьет, но толку от него никакого. Не. Слабое оружие, реально. О! А что оно делает там? Оно дамажит? Да, дамажит. Да. О, слабо. О, я вижу, как оно дамажит. Очень неплохо. Быстро. Это как заморозка или что это такое, да? Ну видите, я когда тебя дамажит, ты можешь двигаться. Это как бы ни о чем не говорит. О! Слышь, по 10 хп, нет, что ли? Слабо. Ой, вообще ну, говно. А что я делаю? Ого! Это я взрыв нажал, да, короче, взорвался? Не, это фусик сделал. Хорошо. Следующая оружка у нас. Пульс лаунчер. А давайте в дом стрельнем. Так, летит. Ой, хорошо, что его вдалеко, это, не стрелял вблизи. А ну стойте там, не подходите. О, ты моментально уничтожила, что ли? Я не попадаю метко просто. Офигеть. Классная базука, да, пацаны? Угу. Одно из таких прикольных очень. Так, пульс F4, F2. Ну, слабенько, слабенько, да. Было бы такое оружие, что, знаешь, держишь кнопку, она набирается, или как-то там, чтобы ты мог регулировать удар, или какой-то режим огня. Ну, все равно прикольно сделал, очень красивые выстрелы, да? По две пули вылетают. Так, хорошо. А, сноу гранат. Ой, прикольно, она отпрыгивает, что ли? Что, дамажит, пацаны? Ну, тоже слабо. Такое, честно, знаете, как салют на Новый год.
Да, я вижу, она дамажит. Ну, очень слабо, да? Так. Это что у нас? Шок гранат другая, то шок гранат было. А что она делает? Разбрасывает какие-то штуковины. А что такое, пацаны? Она дамажит? Да. Это снег, да? Ну да. Или у вас нет этого белого? Прикольно смотрится. Короче, вообще беспонтовый. Просто по красоте. Это. Наконец-то услышали мои молитвы. Оружие, которое можно набирать силу. Представляете? А ну-ка. Ого, припечатал. А ну насколько можно набрать? Так. Притирку. 100! Ого, я аж загорелся. Нифига себе. А ну давайте наберу 99 и жахну. А ну стой. I'm trying, стой. 3800. 94, нормально. 3600, что, 100 хп что ли? Ой, вдвоем стрельнули с вока. Нет. Слабенький, слабенькое оружие. Вот, это прикольно. Зепла. 3 восьмерки. Мощно. Мощно. Ну, надо долго реально стрелять по пацанам. Ого. Так, зе... прожектор. Что-то, пацаны, такое, да, не очень? Или нормально? Нет. Они офигачат. А давайте в долину стрельнем. А, они на весиком летят. Смотрите, как красиво. Пацаны, как вы думаете, упадет на меня? А, не, они об землю все это, потолок врезались. А, не, падают. Давайте, давайте, добиваем уже. Так, следующее Т5. ТС-5 вроде бы. Так. Ух ты. Прикольно. И зарядка такой звук издает. Офигеть. Давайте в притирку уже добьем. Сколько у тебя? 1200, да? Нормально выносит с одной обоймы. Сейчас вот еще разок, наверное, добью. Блин, 180 осталось. Ну давай уже, дофигачу. Красота. И какое-то мощное оружие последнее. ТСФ. Что, беспонтовое, что ли? Вообще слабенькое. Не, ну добивает, но очень слабо. Так, пацаны, давайте берите монстров, сделаем в конце эпик. Потому что эти оружия классные. Напишите в комментариях, которое оружие вам больше всех понравилось. Ну а мы сделаем сейчас, как всегда, красоту. Мы скинем не просто бомбы, давайте именно скинем огненные бомбы сегодня. Хочу много огня. Вроде вот она, с огнем. Так и стойте тут, сейчас я этот вам на вам сброшу. И посмотрим, кто выживет. Напишите в комментах, как вы думаете, кто из аниматроников этих выживет. Я улетаю очень далеко. Ой-ой-ой, я живой, я живой, я за карту залетел. Офигеть. Ну чё, кто живой? Я выжил. Гей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Робби Каркарыч, Сок Яблочный. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас анбокс. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем тестировать очень классный пак оружия. У того 4000 отзывов и 5 звездочек. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Короче, первая оружка. Это у нас лечебный пистолет. Тут смотрите, у него 75. А, оно отбавляет, а не добавляет. А, это Alien Дезинтегратор. Уничтожить. А, я что-то так думал с виду, такой звук, как будто добавляет жизни. Хорошо, прикольная оружка. Серега, чтоб ты понял, что я чувствую. Так, следующее оружие у нас Кобра. Ой, прикольно. А есть второй режим, смотри, Димас, на правую кнопку мыши. Да, да, проверим. Стреляю, вот, смотри. Бичи. Он не сразу стреляет, он именно не сразу взрывается. А, вижу, вижу, отскакивает. Так, прикольная оружка. Серега, слышишь, что я сейчас сделаю?
Ух ты, ты безбашенный, а. Пойдет. Так, следующая оружка у нас... Бружитель. Что-то странное название. Заспавните себе. Пойдет. Ну, ты как будто из пистолета стреляешь. Какой-то кряканье издает странно, мне оно не нравится. И очень мало дамажит. Так, следующая оружка. Давайте в здание жахну. Ой, вот это звук эпичный. В толпу стреляем. Смотри, Димас, еще он как пулемет. Нифига себе. А, на правую кнопку мыши режим переключил? Не-не-не-не-не, просто заряжаешь и стреляешь, много раз нажимаешь. Все, понял. Главное, заряди побольше. А, надо зарядить побольше, все, хорошо. Вот вам и сип. Погнали. Да, звук не доходит. Так, следующая электроган. О, это что-то такое интересное. А ну давайте на первом. Стреляй. Ой, смотри, он горит. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, на правую кнопку мыши смотри. Ого. Фига себе ты безбашенный, Димас. Жги, 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 давай. Так, давай. Хорошо, не сильно интересно. Аккумулейшн, на. Это хилка, Димас, это аккумулятор. О, давай похилим. Второй восстанавливает. Пусть восстанавливает этому горящему. Нормально. Это оружие, кстати, нам пригодится в боях, да, когда будет один у нас лекарь? Да. Так, очень примитивно. Дальше. Флайер ган. Ой. И все? Это, по сути, надо ночью, Димас, проверить. Понял, мы потом как-то, может, в ночной карте и проверим. Так, эта граната очень большая. Подальше советую. Ха-ха-ха, так прикольно смеяться. На, попей. Ой, смотри, чисто под ноги бросил. На. Так, хорошо. Давайте следующее. Это липучка мед, Димас. Нажми на правую кнопку мыши. Эпично, но они почему-то живые. А ты как-то криво, ты поближе. Ай. Ого. Так, хорошо, липучка гун. Ого, что-то за мясорубка у меня в руках такая. Это пулемет. Так, следующий. Нифига себе, такой пекаль. Серьезный. 357 какой-то пекаль. Слабенький. Это что у нас? Это у нас хунтер. Ух ты! Неплохо. Жестко ты, Димас. Да я не ожидал сам, что он такой жахнет так сильно. Ой-ой-ой! О! А что это за черное очко? А ты их это аннигилировал. Поставьте-ка NPC, ребят. Ой-ой-ой, сильно. Сейчас. А ну два на игроки используй, а ну стой. Не живой. Так. Не, уже не живой. Это что у нас такое? Лазер майн. Это мина лазерная. Давай, наступи. Не, не работает. Может, на стенку надо? Не-не-не, она работает. Во, на стенку поставил, смотри. Ох ты, нифига себе она жахает. Ази на землю. Ой, на землю можно. Ой-ой-ой. Прикольно. Так, дальше. А ну стой, стой, давай в Каркарыча в голову. Ой, красава. С одного раза, смотри. Да, так, прикольно. Мы можем использовать это, как знаешь, у маньяка оружие будет. С одного раза раз и исчез. Чтоб не было. Ой, ты не попал. Не, я попал, тебя нету. Так, это у тебя heavy machine gun, Димас. Прикольная штука. Только знаешь, он такой меткий. Смотри, вот смотри, где ты? Да. Смотри, как он стреляет криво. Да-да-да. Вообще не меткий ни разу. Продолжаем. Монстр. Ого, что за монстр? Здание. Да не, что-то не то. Это мощен. Зум. Не, фотоаппарат, который в горизмоде сильнее зумит. Так, это что-то за мега взрыв.
Нюка. Это ядерная, это ядерная. А как ее использовать? Ну, не знаю. Так, я, короче, ядерная. Направляю в здание. Гайс, рун. Так, ребята. Run, guys, сколько run. Времени надо? Не знаю. Сейчас должно рвануть по идее. Так, смотрим. О. Внимательно, не отрывая глаз. Короче, Серега стрелился в то здание. Тут ты видишь, какое. О. Вот тебе ядерный взрыв. Пройдет. Нормальный, да? Пойдет. Да, ослепительный. Ого! Орбитал! Кейнон! Погнали дальше. Правее целюсь. Так, смотрим. А я вижу, удар произошел. Давайте ближе. Есть. Ой, прикольно. На! Вот этот ядерки, смотри, какой прикольный эффект до сих пор. Так, квикбилл. А я в эпицентр залетел, тут все серое, Димас. Ого, что за пушка? Такой звук, а ну дай кому-то стрельну в голову. Не ссы. А ну стой, в головешку. Ух ты, с одного раза. Тоже, короче, это можно оружку давать этому маньяку. А, не, не с одного раза, не. Вот этот растворитель лучше. Так, квик буллет. Ай. Так, какое-то говно. Сако. Сако. Ого! Вот это он струячит. Шоквейв. А ну-ка. Не-не-не-не-не-не-не. Стреляй по АК. О, тоже с одного раза убивает. Тоже пойдет нам на маньяка. Так, смог гранат, мое любимое. Кстати, у нас дымовухи нету, да, гранаты, Серега, полноценный такой. Есть, которые. Ну то не та, вот это прикольно, смотри. Побольше таких накидать и все. Ну, а долго она будет, давай проверим. Давай. Сейчас мы тут подзадымим карту, Мадоха. Смотри, я вот взял эту штуку, и она дымит. Прикольно, да? Да? На Е взял? Нет. Физган? Физганом. Понял. Кто-то дверь взял. Короче, их сколько что-то много, оно бросается и бросается. Сейчас еще чуть-чуть бросим, проверим, сколько можно. Ой-ой-ой, прикольно. Да ты это, с граната летаешь? Да, да. Так да. Прикольно смотрится. Всю карту так можно задымить. Сейчас еще парочку бросил, мне очень понравилось. И в принципе неплохая граната, может это обзор закрыть. Так, следующая пушка у нас. Ого. Снайпер райфл. Прицел такой, давай в головешку. На-на. Пойдет. Так, что у нас там дальше? Спрей. Проверяем это спрей. Надо о, давай проверим. А ну-ка. О, красит. У меня сразу на исчезает. Правую, попробую на правую кнопку мыши нажать. О, цвет меняется. Можно нарисовать что-то такое. Дима смайлик какой-то нарисовал. Так, прикольный мод. Так, знаешь, какое следующее оружие? Терминатор. Это не терминатор. Это какой-то говноматор. Так, смотри, у нас следующее оружие. Таймбомб. Аккумулятор с какой-то штуковиной. Это временная бомба, Дима. С таймером бомба, так что бегите. Бегите, глупцы. Достанет NPC-шек или нет? Ой-ой-ой, красиво жахнуло. Да. А, это сколько яблочный уже жахнул. Mm. Так, хорошо. У нас следующая Water Bells. Водяной шарик. Говнище какое-то. Water Gun. Интересно, а ты можешь кого-то убить? Водяной пушкой, интересно. А давай проверим, сколько жизней потратится. Давай на вот, смотри, 100 жизней. Да, тратится, Серега. По одному хп. А это что за кабака? Чё это такое?
Ух ты! Серега, давай в конце сделаем эпик. Да. Я думаю, что будет. Все снесет в угол карты, все машины, а мы просто растворимся в воздухе на молекулы. 3, 2, 1, уже. Я живой. Ой-ой-ой. Смотри, как машину колбасит. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. И всем, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.